Доброе утро, это Будам. И сегодня, как обычно, ночь прошла, снова хмурое утро. И пора в дорогу, пора на прогулочку, для того, чтобы сердечко работало еще лучше, чем оно работает сейчас. Сегодня я решил пройтись на главный вокзал Манхэттена, Гранд Централ. Вообще, в основном будем ходить по центральной части Манхэттена. И что такое центральная часть Манхэттена, Мидтаун, я вам расскажу чуть позже, может быть, и карту покажу. А пока хочу вам показать небольшую кучку мусора. Манхэттен – чудный город, но два раза в неделю вот такие кучи мусора народ выкладывает. Посмотрите, два раза в неделю ездят всякие мусорные службы, и все это уродство убирают. Конечно, они ездят утром, поэтому в основном туристы, которые приезжают на славный город, не видят вот этих куч мусора. Но мы-то жители, мы здесь живем. То есть вся улица вот в таких кучах. И если меня бы спросили, какая главная проблема Нью-Йорка, я бы вам тут же сказал: не преступность, не все эти левые политические партии, не двойные стандарты, которых здесь тоже полно, а именно мусор. Хотя, конечно, не знаю, как можно решить проблему мусора в таком огромном городе. У нас живет здесь 8,5 миллионов людей. Каждое утро приезжает еще куча народа. Вот, кстати, велосипедисты едут по дорожке. Видите, велосипедная дорожка зеленая такая. К сожалению, их меньше, чем нам всем бы хотелось, но они есть, они есть. Вот, и, наверное, есть где-то города. Я помню, в Токио было чисто. Но пока я не знаю, какая проблема. То есть как-то Department of Sanitation это все решает. Вот, но хотелось бы лучшего. Сейчас я плавно переместился на Lexington Avenue, иду на юг. И дойду до 42-й улицы, а там как раз и Grand Central Terminal. Главная железнодорожная станция Нью-Йорка. Кстати, давайте посмотрим немножко наверх. Наверх, наверх, наверх. И что мы видим? Мы видим кончик того, что называется Chrysler Building. Вообще, я балдею от небоскребов, хоть я и маленький такой. Вот этот, в частности, был построен где-то в 1930 году. Был тогда самым высоким зданием мира. Может, потом как-нибудь подойдем. Но потом его быстро переплюнул, буквально за два года, Empire State Building, который стал тоже где-то примерно в 1931 наверное, году. Конечно, могут все построить небоскребы, но подумайте, в 1931 году. Это вам не хухры-мухры, правда? В общем, сейчас мы на 45-й, сейчас зайдем до 42-й, повернем направо. Вот мы сейчас поближе подошли к Chrysler Building. Видите, вот он стоит, высоченный. Я решил немножко поменять план и пойду не по 42-й к вокзалу, а я зайду через такое место, называется Grand Central Market. Там просто набор магазинов находится прямо на вокзале. Магазины дорогие, все эти вещи можно купить дешевле в других местах, но товары качественные. Сейчас мы через него пройдем, через этот Grand Central Market. Пойти в него можно с Lexington Avenue, в районе между 42 и 43 примерно. Сейчас, одну минуточку. Вот уже написано Grand Central Terminal, но мы здесь не зайдем. А давайте-ка зайдем, вот видите, Grand Central Market. Вот народ чемоданами тащит что-то из Grand Central Market, а вы понимаете? Давайте-ка зайдем сюда. Оп. Когда-то я работал здесь недалеко. А жил в Нью-Джерси и привозил отсюда всякие вкусные вещи. Такие тут хлеба хорошие тоже. Овощи, фрукты. Чистенько, красивенько тут все. Народу немного, потому что все знают, что здесь дорого. Но иногда можно себя и побаловать, конечно. И кое-что прикупить. Колбасы, сыры. Да, вот опять хлеба налево, хлеба направо, всяческие, да, хорошие, качественные хлеба, но тут тоже
можно купить эти вещи дешевле, чем вы видите вот здесь. Колбасу завезли сегодня, конечно, с этим не проблема. А вот красивое место, всякие специи, специи. А напротив него всякие сыры, видите? Тоже сыров хватает. Но повторяю, народ не толпится, видите, кофеек сладенькое. Что-то у нас еще всякая фигня, печенье. Опять сыры, молочные дела. Понимаете, многие знают, что здесь дорого, многие, но они здесь работают и находится это все в удобном месте. Вот сейчас только раскладка рыбы начинается, потому как еще рано, где-то 8 утра. Ну вот, вот такое дело. Заходим внутрь вокзала. Внизу, кстати, там food court, там много всяких заведений недорогих, чтобы поесть во время обеда. Здесь, кстати, как-то в этом в книжном ларечке большом видел Сильвестр Сталлоне, подписывал книжку свою. Вот там справа это tracks, это платформы поездов. Все поезда идут отсюда под землей, на земле ничего нет. А сейчас мы идем в центральный зал, достаточно симпатичный и красивый. Он Это здание было построено, я не уверен, в каком году. Знаешь, во второй половине 19 века. Это когда у вас это крепостное право отменяли. Тут уже вовсю бегали железные, бегали поезда по железным дорогам. И мы, помню, гулял я тогда, вижу, строят что-то. Это был Гранд-центр. Говорит, что не оставляйте свои чемоданы без присмотра, заберем и ремувнем. Вот эти известные часы, популярные очень, красивые часы, конечно, правда, информационная будочка в центре зала. Вот, тут менялись, я, конечно, много лет уже бываю в этом здании, там раньше был ресторан, а может и сейчас он здесь, там ресторан, да? Потом через какое-то время сюда пришла компания Apple. Apple. Вон, видите, значок Apple. Они здесь занимают довольно большое помещение. Вот там, если подняться наверх, чего я делать не буду. Там много столов с продуктами. И вот тут направо у них были столы, я помню, и налево. Не знаю, как сейчас, насколько большой магазин компании Apple. Но у нас в городе их 11 магазинов компании Apple. Я и говорю не только Манхэттен, но все районы. Бруклин, Куинс, Стейтен-Айленд, Бронкс, Манхэттен. Вот это наше расписание. Конечно же, усиленная охрана. Неудивительно, что стоят солдатики с автоматиками. Можно увидеть с собаками людей. Дальше еще всяческие кафешки. Но там выход на улицу, но в принципе здесь еще море всяческих этих линии метро много. Сейчас давайте пройдем, вы видите, какие номера. Надо будет и в метро зайти как-нибудь, конечно же. Вот девчонки болтают о чем-то девичьем своем, небось о пацанах. Посмотрите на потолок. Я не знаю, сейчас мы, конечно, не попали, но во время Christmas time, во время Рождества, сейчас как раз это время, они периодически включают такое, как лазерное шоу, и на потолке такие красивые фигуры вырисовывают, но нам не повезло, и мы этого не проэнджоили. Слово проэнджоить означает получить удовольствие, ну, может быть, более сильное удовольствие, чуть ли не экстаз. А я вообще буду иногда вставлять словечки такие эмигрантского русского языка. Не потому, что я не могу говорить по-русски. Русский я сохранил чистым. Но мне нравятся они. Они более сочные. Вот толпень валит в метро. Вон, видите, написано там дальше, наверное, сверху. А может, не видите. Написано Subway 4, 5, 6, 7. Subway Shuttle. Это все номера линий, которые метро здесь.
спустимся в метро не сегодня, конечно, что нам портить сегодняшнее утро, да? Но можно сюда зайти и ехать куда ты хочешь. Метро мощнейшее, конечно, хотя и грязнейшее тоже. Вот хлебушек, видите, вот хлебушек. Тоже такой фэнси хлеб пекут. Можно посмотреть прямо сюда. Типа французские булки. I'm taking a video. I want to show my wife and get her approval. Really? Yes. You want the approval? Yes, because it's expensive bread. My dear wife, honey, take a look at this beauty. But no, I will not show you. $12. $12. Come on, 2 kilo. And you can cut it into pieces. Okay. All right, I'll be back. Thank you. Yeah. Я и говорю, что говорю, хочу получить разрешение от жены покупать этот хлеб. Она говорит, ты что, с ума сошел у жены брать опровол? А вот заходим внутрь, под землей тут играют часто люди. Вот детки играют красиво. Блин, нету доллара. Вот вышел, в кармане карточка есть, а доллара нет. Я всегда выхожу, чтобы были доллары, потому что музыкантов надо поддерживать. Сейчас выйдем на улицу, покажу вам фасад с улицы, и на этом пора заканчивать. А то я что-то заболтался с вами, мне надо километры накручивать, а я тут вам ля-ля. Во время Крисмаса вот эта Salvation Army, армия спасения, собирает donations. Всегда народ стоит, такой живенький всегда, пританцовывает, чтобы им подали какие-то деньги. Так, 14, 13, 12 секунд есть, успею переползти через 42-ю. Чтобы показать вам вход в этот центральный Grand Central, центральный вокзал. Кроме этого, есть еще на 34-й, на West Side, на западной части города, вокзал большой. Там всякие домишки, это опять же тот же Chrysler Building. Вон там MetLife Building высокий. А здесь строится этажей на 100 новое здание, One Vanderbilt. Vanderbilt это улица, да? А вот это здание самого вокзала снаружи, со стороны 42-й, да? Задняя часть вокзала выходит на Парк-Эвеню. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, ибо пора и честь знать. Все, это 42-я, восточная ее сторона.